В зале собрались сотрудники общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, председатели общественных организаций Ленинского городского округа. Все это представительницы прекрасного пола, которые пришли на концерт в их честь. Это наш праздник, праздник женщин, праздник весны. Сегодня будет прекрасная программа, которую мы немного знаем. Поэтому думаю, что все сегодня сложится и получится, и будет все просто замечательно. Ожидаем только самых прекрасных эмоций, впечатлений в преддверии такого замечательного праздника, главного праздника весны, Международного женского дня. Уверена, что организаторы, администрация Ленинского городского округа нам подготовила нечто удивительное, и все женщины выйдут с этого прекрасного мероприятия с приподнятым настроением и будут ждать уже непосредственно даты, чтобы отметить ее со своими близкими, друзьями, знакомыми. Хочется позитива, выступления детских коллективов, выступления взрослых. Может быть, повезет каких-нибудь актеров, артистов увидим. Ну и вообще всех женщин с наступающим праздником. Конечно, я хочу получить эмоции, хочу праздника жизни. Вот. И что сказать? Хочу, конечно, поздравить всех с 8 марта, женщин. Пожелать всем любви. С наступающим Всемирным женским днем поздравил глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Дорогие женщины, я сегодня очень рад здесь присутствовать и иметь возможность поздравить с этой сцены вас с наступающим праздником, с 8 марта, потому что действительно этот праздник, который наполняет смыслом каждую семью, когда за тобой очень теплый и твердый тыл, ты понимаешь, ради чего ты живешь. Программа включила в себя выступления песенных и танцевальных коллективов. Участники театра танца «Гюнеш», школы танца «Тодес Видное» и танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс». Номера артистов были посвящены сильным русским женщинам. Поздравления произнес со сцены заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов. Он исполнил свои лучшие песни для милых дам. Если беда, что ничем не изменить, рухнет на землю косою звеня, я буду знать все равно, что ты веришь, я буду знать, что ты любишь меня. Песни и танцы никого не оставили равнодушными. Что больше всего понравилось? Настроение, атмосфера. Ну, конечно же, Денис Майданов. Мы, собственно, за этим сюда и пришли. Вообще прекрасное мероприятие. Самое главное, что поздравили женщин, наших дорогих, любимых, прекрасных, с таким замечательным праздником. Самые теплые поздравления выразили женщинам и представители сильного пола, посетившие мероприятие. В преддверии 8 марта хотелось бы пожелать, естественно, женской красоты, улыбок, яркого солнечного света, чтобы все мечты, которые у них есть, они сбывались, ну и, естественно, женского счастья и благополучия. Я хотел бы пожелать дорогим женщинам здоровья, радости, любви, получать удовольствие от того, чем они занимаются. Ну и, естественно, еще раз здоровья, 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 быть красивыми, молодыми и всегда нас радовать. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.